Алло. Алло, Катюш, привет. Привет. Слушай, подскажи, пожалуйста, а жена-то моя у тебя там? В смысле? Ну, она собиралась к тебе идти, просто телефон выключи, мне до нее не дозвонится. Чего? Мы с ней месяц уже не виделись, ты что? А, ну понял. Ладно, извини тогда. Алло, Макс, привет. Привет, Наташа. Слушай, Денис к тебе пошел, что-то мне до него не дозвониться. Его 3 часа уже нету. Позови мне его. А, так слушай, он только вышел. У него телефон, скорее всего, разрядился. Он же к тебе идет. Мы с ним 3 часа, да, сидели, получается. Общались. Странно, а чего он так долго идет-то, я не понимаю. Когда он ушел? Слушай, а он вот только-только вышел. У меня, наверное, 2, может быть, назад, 3, скорее всего. Ну, а что вы делали? Сколько времени? Да просто просто сидели, общались с ним, давно не виделись, так вот решили пообщаться, что-то время быстро пролетело. Сейчас он же должен тебе прийти, а что, на телефон, да, скорее всего, выбился. Он что-то говорил там, что-то... А, мужики, красавцы! Макс, все, надо, пора, спасибо.